Минут 5 обняться или просто погладить Мангабей Маша на расхват у посетителей. Обнимай, говорю. А вот серия на выставке. Соня любит аплодисменты. Не заметить ее среди 20 собратьев просто невозможно. Малышка-орангутан Дана – любимица и публики, и сотрудников выставки. Организаторы позаботились о безопасности. На входе инструктаж, всюду предупредительные таблички и ограждения. И зрителям видно, и живность не пугается. В ответе за тех, кого приручили. Их здоровье на первом месте, важнее, чем наше. За яркой перегородкой расположились пернатые. Самый популярный экспонат – Кирюша. Молодец. Здорово. У этого красавца есть и возлюбленная. Когда все зрители расходятся, вечера попугаи коротают вместе. Почти полсотни ярких представителей заморской фауны можно увидеть в передвижном зоопарке. У каждого из них своя судьба, о которой с интересом расскажут экскурсоводы. Выставка пробудет в ЦУМе до конца ноября.